Листая глянцевые журналы, наверняка каждая девушка хоть раз в жизни думала: «Эх, мне бы такое платье, мне бы такой макияж». Бывают, конечно, и совершенно безумные варианты, но идеально уложенные волосы и ровная гладкая кожа – все это не может не быть объектом восхищения. Вот мы и решили в этот раз посвятить наш эфир подготовке к фэшн-съемке и, собственно говоря, самой фотосессии. Мы приехали в фотостудию в кадре, где профессионал своего дела точно нам сейчас все расскажет и дадут массу ценных советов. С вами программа «7 пятниц», и мы начинаем. Это не шутка и не преувеличение, что ради одной удачной фотографии работает большая команда специалистов модной индустрии. Дизайнеры, стилисты, визажисты, фотографы. И чтобы не запутаться, важно четко понимать, за кем решающее слово и какой конечный продукт, какое фото мы хотим получить. Над фэшн-съемкой работает большая команда, и, соответственно, принять решение о том, какой будет конечный итоговый образ, достаточно трудно. И должен это кто-то сделать один. Соответственно, это дизайнер в большей степени, поскольку дизайнеры заказывают рекламу, и журнал работает на них. И в данном случае у нас такая же ситуация, то есть я дизайнер, представляю конкретный образ летнего такого назначения, то есть это принт цветочный, да, то есть навеяно все это какими-то легкими образами, весенними такими девушками, весенне-летними. Ну и, соответственно, вот несмотря даже на то, что у нас черный верх, тем не менее низ такой легкий, воздушный, и образ остается таким же. И плюс само свойство материала. Это натуральный шелк, и он очень легко и подвижно ведет себя. Женечка, какой в целом должен образ получиться на нашей модели? То есть в совокупности макияж, прическа, платье, вот как ты себе это представляешь? В целом на модели должен получиться легкий, жизнерадостный образ девушки, которая молода, которая красива, которая хочет показать себя на каких-то торжественных мероприятиях с лучшей стороны. И, соответственно, она выбирает какой-то необычный образ. Он немножечко скромный, закрытый, но в этом есть свой шарм, потому что все-таки я думаю, что такая деликатность, она сейчас как-то в моде. Когда все задачи понятны, можно приступать к макияжу и созданию запланированного образа. Подарок гостям – новинка от косметического бренда премиум-класса компании Amway Artistry. Автоматическая жидкая подводка для глаз для создания выразительного взгляда и модного в этом сезоне макияжа Smokey Eyes. Благодаря своему насыщенному цвету позволяет мгновенно выделить глаза тонко и естественно или ярко и выразительно, подчеркивая их по линии роста ресниц. Конечно, мы тут же смогли оценить все достоинства этой подводки. Тем более, что уже вовсю идет работа, и визажист колдует над нашей роскошной моделью. Сегодня мы готовим модель не просто для обычной съемки. Сегодня у нас съемка фэшн, поэтому все должно быть соответствующе. Прежде всего должна быть соответствующая модель, потому что не каждая девушка подойдет для этого образа. У нас должно быть прежде всего все в порядке с кожей, ровный тон, хорошая фактура. Сегодня мы подобрали именно такую модель, как нам нужна, как говорится, что и требовалось. Поэтому мне, как визажисту, осталось сделать ровный тон по цвету кожи, чтобы он ни в коем случае не отличался у нее с остальным цветом тела, потому что съемка у нас в полный рост будет. Мы должны показать платье с выгодной стороны, и чтобы модель и целиком ее образ только подчеркивал и усиливал уже тот образ, который, собственно говоря, создал в своей коллекции дизайнер. Поэтому макияж у нас легкий, естественный, натуральный, так как и модель сама у нас блондиночка со светлыми волосами. Парикмахер создал ей такой достаточно летящий летний образ, чтобы еще раз подчеркнуть и усилить образ дизайнер, который уже создал. Поэтому я как визажист, учитывая, что специфика все-таки съемки будет в студии с освещением, со вспышками яркими, могу позволить себе сделать более подчеркнутые и скулы, и более именно скульптуру лица выразительной. Поэтому
И глаза усилены. Сейчас образ, конечно, еще не закончен, все в процессе. Осталось еще поработать с глазами, с губами. Но в целом он у нас получился вот такой вот свежий, летний, легкий образ. Вообще особенности фэшн-съемки очень удобно. Сейчас мы все живем в современном мире, то есть технологии уже очень сильно развелись, и мы предлагаем заказчику сразу, что мы отсняли, тут же через несколько секунд, через синхрокабель от фотоаппарата работает, сразу просматриваем на компьютере. То есть это очень удобно, заказчик сразу может видеть готовый результат, мы сразу можем выбрать фотографии, которые нам нравятся, не нравятся, сразу выбрать итоговые снимки, то есть те, которые уже у нас дальше пойдут в работу. Но какая бы сейчас ни была продвинутая техника, конечно, все зависит от профессионализма модели и фотографа. Очень важна отточенность поз. Когда идет работа над фотографиями в журнал, всегда приглашают самых лучших специалистов. Ведь здесь задача продать, а значит, надо зацепить потенциального покупателя. Друзья, ну что ж, думаю, что мы сегодня отлично поработали, познакомились с большой командой настоящих профессионалов. Ну что ж, а мне пора прощаться. С вами была программа «7 пятниц», я Анастасия Лихачева. Увидимся совсем скоро. Удачи!